По-по. Лайк поставь и подпишись. Ха, смотрите, эти гиганты меня ждут. А ну-ка, получай. Раз, а теперь второго. Два. А, ты что, меня хочешь столкнуть? У тебя этого не выйдет. Ауч. Всем привет, привет, ребята, меня зовут Сходи, и мы играем сегодня красным-красным с шариком-малышом, который так и хочет сразиться с огромными вот такими вот квадратами бобовых. Так, первого мы победили. Теперь остался второй. Второй, который не дал нам забрать звездочку. Негодяи, а? Что же они такие негодяи? Ой-ой-ой, как же меня так... Как же так, ребята, забрать вторую? Так, а если монстр упал, это будет считаться? Ну не знаю, наверное, надо было его лопнуть, а не просто туда скинуть. Ну вот и проверим, потому что хочется собрать золотую медаль и все звездочки. Да? Или нет? Отстань. Есть, ребята, у нас получилось. И мы получим золотую звезду. Прям то, что хотели. Медаль улучшена. Вот ради этого мы прошли. Ой, 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 ой. Так, все, я запрятался. Не надо взрываться. Вау! Фух, мы чуть не попались. Так. Так, а с тобой еще разберусь, я тебя камешком буду давить. Сейчас мы это провернем. Пах! Готово! Есть, ребята, мы с ним справились. Ой, все. Спокойненько. Тихонечко. Мы там прошли. Так, а теперь погнали. Время не ждет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, но это же было настолько почти. Бабам. Тут на самом деле не так уж и просто прыгать, потому что нужно вовремя это сделать. Ибо отключается вот эта штука. Да. Можно легко промахнуться и не попасть туда. Но мы прошли с первого раза практически, да? Или со второго? Кто напишет комментарий? С первого раза ли мы прошли лазер? Да куда ты бьёшь? Вы посмотрите, какой он агрессивный. Он прямо через эту штуку перепрыгнул. Так, есть, ребята, мы добрались до босса. Сейчас будем с ним сражаться. Ну, давайте отсюда сверху. Ай, почти допрыгнули. Так, ну привет, мистер. Кто ты там, а? Как тебя зовут? Шипастик. Это, ребятки, какой-то металлический босс, который живет на этом заводе. Ай! Я-то думаю, что у нас получится сегодня. Так, ну-ка, держи. Неплохо! Подловил. Он нас, ребятки, подловил. Так, сейчас я тебя подловлю. Ты, стоять. И... Первое попадание. Теперь бежим от этих штук. Стоять, стоять! Есть. Оп. А я успел-то по тебе попасть. Стой, 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 стой. Ты чего? Хватит, он постоянно убегает. А ну-ка, хватит тебе, хватит. Ауч. Куда бежать, куда бежать, куда бежать? Опять он нас поймал. Ты чего? Что? Ну, только мы такую ошибку могли сделать. Оп. Нет, все, теперь ты меня не словишь. Хватит тебе меня ловить было, хватит. Так. Так, так, так. Все? Опа. Так, давай. Бабах. Эй, это что, твои помощники? Ну-ка. Почему он меня взорвал? Я так понял, эти монстры. Можно, в общем, их использовать против босса, чтобы они туда взорвались с него. А он меня взорвать решил.
Что? Вы видели эту комбинацию, ребят? Не такой уж босс и простой. Так, так, так. Хопа. Есть, есть контакт. Первое попадание. Давай, 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 давай. Опа. Так, второе попадание. Третье. И мы его победили.